Погоди, что за... Это тут они его держат? В своем доме? Не совсем. Под ним. Уж я-то знаю, где это. И не только я один. Дай мне ключи. Осторожно, они легко ломаются. Значит, ты меня не убьешь? А, ладно. Неужели ты еще не понял? Я неплохой парень. Ты превращаешься в огромного монстра с красными глазами и клыками, и ты неплохой парень? Ты мне нравишься, Стайлз. После того, как ты мне помог, я дам тебе что-то взамен. Хочешь, укушу? Чего? Хочешь, укушу? И если ты не умрешь, то, возможно, станешь одним из нас. Из вас? Да, оборотнем. Хочешь, я тебе объясню? Той ночью в лесу я укусил скота, потому что мне нужна была новая стая. Но это мог быть ты. Ты бы мог стать таким же сильным, как он. И не пришлось бы быть в его тени, наблюдая, как он становится сильнее, быстрее, популярнее. Смотреть, как он заполучает девушку. Вы были бы равны. А может быть и больше. Да или нет? Я не хочу быть таким, как вы. Знаешь, что я услышал? Твое сердцебиение участилось после слов «я не хочу». Возможно, ты веришь в то, что сказал правду, но ты врешь самому себе. Прощай, Стайлз.